Ну, только с боем. Будет борьба большая, даже уже американские аналитики, западные аналитики даже говорили, что Расмуссен, кстати, говорил на днях, что это может закончиться даже большой войной, поэтому это очень серьезный вопрос. Поэтому Штаты, конечно, не хотят уступать, и без боя они не сдадутся, и они будут играть, очевидно. С этим связана турбулентность в мировой системе в следующие годы, и мы будем через нее проходить.